Еще 5 человек с подтвержденным коронавирусом умерли в Иркутской области. Двое из них непосредственно от COVID-19. Всего с начала пандемии в регионе скончалось 83 человека, у которых была выявлена инфекция. В сибирском рейтинге регионов с низкой смертностью Прибайкалье сместилось с 3 на 5 место. По данным регионального Минздрава, чаще всего в Прибайкалье умирают те инфицированные, которые страдали ожирением, сахарным диабетом, гипертонией, заболеваниями сердца, печени и кишечника. Сейчас в регионе в тяжелом состоянии находятся 65 пациентов с ковидом. В общем же лечение проходят 3898 человек. За последние сутки диагноз подтвердился еще у 227. Выздоровление же идет медленными темпами. За сутки вылечились всего 118 жителей Прибайкалья. Под угрозой находятся и медики. В учреждениях здравоохранения региона на сегодня зарегистрировано 9 очагов заражения. Заболели 93 врача и 220 работников среднего медицинского персонала.